Вот сейчас я первый раз за 2,5 года приехала. Правда. Не знаю почему, как-то в прошлом году мимо прошли меня вот это награждение. Но, если честно, ребенок маленький, не всегда могу выбраться. А вот в этот раз Руфина Алексеевна мне позвонила, говорит, что нас приглашают, придешь. Я говорю, да, приеду. Мы приехали, на самом деле, с мужем, но пришлось вот у самых уже дверей снизу развернуть мужа и оставить с ребенком, потому что ребенок сначала должен был остаться с еще одним волокжанином Николаем Трусовым, который сейчас тренируется с нами в Москве. Ну, так, у нас такой сын полка, что, как говорится. В общем, ребята помогают, но он не захотел. И, в общем, пришлось мужа попросить, чтобы он... А как межсезонье проходит вообще вот между соревнованиями? Так получилось, что я тренируюсь вот как раз в Москве, да, с мужем. И у ребят соревнования гораздо раньше закончились, на месяц раньше моего. И я всего лишь 10 дней отдохнула, и заново мы начали... Заново начали тренироваться раньше, когда не было семьи, когда не было ребенка, мы отдыхать ездили в апреле, ну, как правило, да, а сейчас все-таки затраты, ну, есть куда девать, скажем, да, деньги не лишние, поэтому я остаюсь, пока еще вот оставалась в апреле еще дома, там, проходила обследование и так далее, ну, в общем. А чувствуется поддержка волокжан, вот, когда вы выступаете на соревнованиях, вот, от Вологодского до Череповца? Ну, конечно, столько лет прошло, я вот вчера буквально приехала, да, в Череповец, хоть я и не коренная, я приехала в 5 лет, и друг у меня спрашивает: Жень, ты чувствуешь, ну вот, что ты чувствуешь, вот ты приехала, ты чувствуешь, что это? Я говорю, я чувствую, что это мое, потому что, ну, это мое. Вот я здесь родилась, Москва не для меня, но мне приходится там жить. И, конечно, никто меня не забывает, постоянно есть группа там в социальных сетях, да, про конькобежный спорт именно Вологодской области. Все время поздравляют меня, там, ребят, с которыми я тренируюсь, моего ребенка с тем же днем рождения. Ну, то есть постоянно идет поддержка, я могу напрямую позвонить, что Сергею Ростиславовичу, что Александру Анатольевичу, если у меня возникают какие-то, ну, проблемы. Ну, то есть, конечно, она есть, безусловно, пусть и на таком, на длинном расстоянии, да, но контакт держится и не теряется. Ну, то есть вот тренера все время поддерживают, а у меня их очень много было, даже от области было очень много.